экспериментировать, в том числе и над Букреевым, потому что он эту песню не знает. Вот. Он эту песню не знает. Ба-бам. Такой, что сейчас будет происходить? Дело в том, что мне привалило в жизни великое счастье. Я работаю с детьми. Причем не просто работаю с детьми, я их еще вожу в туристские походы. И поход в августе на Кавказ, он был прям совершенно какой-то невероятный. Я понял, что я не Супермен, и я сдох на одном из восхождений, про который я, собственно, и хочу вам рассказать в следующей песне. Вот Алена, я думаю, оценит. Алина. Алина, да. Потому что Северный Кавказский хребет, Папай, есть такая вершина, чуточку до единички не дотягивает, до 1000 метров. Вот. Песня совсем свежая, но я ее привез с Папайи, честно, вот прям вот она именно там и родилась. Не написано по мотивам, никаких этих самых. Вот ровно там шел и писал. Могу ошибаться, прошу прощения, но с другой стороны, в какой еще компании, как не в такой дружелюбной, сыграть что-нибудь такое, где можно просто взять и облажаться. Песня называется «На Папай». Кто не знает, вдруг, из здесь присутствующих, пенопопа – это штука, на которую садятся туристы, да, во время своих выездов. То есть у тебя ленточка тут такая, а сзади небольшой подзадничек. Можно везде упасть. Это немаловажный элемент песни, Андрей. Я не слышал, между прочим. Вот, да, и сейчас я постараюсь вам сыграть, не обещаю, что не будет ошибок, но с другой стороны как-то чуточку хочется... Ой, эта гитарка исчезла. Эхо есть, гитары нет. Да нет. Вот она и появилась. Вот теперь чуточку ее здесь потише. Я по траверсу иду и не чую ног. Сзади на меня кричит добрый педагог. В августе со мной случилось горе и беда. И пускай я не хотел, но попал сюда. На Папай, грязь кроссовками копай, и на виды залипай, глядя на Папай, ногтем солнце колупай, и по камушкам ступай. Пенопопа я упал прямо на Папай. Обещали море мне и пляж в конце пути. Только не уверен я, что смогу дойти. Я лежу, передо мною высится гора. Мама, вызывай такси, мне домой пора. На Папай, грязь кроссовками копай, и на виды залипай, глядя на Папай, ногтем солнце голубай, и по камушкам ступай. Оп! Пенопопа я упал прямо на Папай. За спиной лежит подъем, и окончен спуск. Это значит, горы я распробовал на вкус. И не надо мне теперь грамот и наград. Я стою, рюкзак стоит, двигаем назад. На Папай, грязь кроссовками копай, и на виды залипай, глядя на Папай, ногтем солнце колупай, и по камушкам ступай. Оп!
Пенопопа, я упал прямо на Папай. Дурная абсолютно песня, но дети поют с огромным удовольствием. Вот, тем более, что, да, у современных детей есть такая мулька, что он вот идет с рюкзаком по ровной поверхности, прям и упал. И ты такой думаешь, как это случилось? Ну, а вторую песню спою отрепетированную и проверю.